Страшно. Очень страшно. Скажем вещи. Что здесь? Душа подушек. Реквизит. Какие English, блин, girl? Вот так страшно. Ой. Страшно. Помогите. Паутина. Паутина. Ура, мы потаскали. Катя работает. Не покладая рук. Ура, Аня снимает всех. Да. Продолжение новогоднего утренника. На Кате где-то нирвана. Кто-то, походу, ее слушает. Бьем водичку за здравие. За упокой. Ой, нет. Так. Аплодисменты. Аплодисменты. Так, сейчас еще сфоткаемся. Да. Так, Анна Артемовна. Анна Артемовна, давай. Прекрасно. Ура! Ой, и самый главный ферзь. Король. Королева? Екатерина Андреевна. Это Екатерина Андреевна. Так, вот такая вот вам штучка. О, Микки Маус. Так, и Екатерина Павловна. Павловна. Екатерина Павловна. Ой, цветочки. Спасибо. Так, давайте мы спускаемся с вами. А что происходит? Показывай пригласительные. О, май гаш. 16. Шикарные. Оля-ля-ля-ля. Ну, фейс. Ну, короче. Это... Тебе дали, она не видит. Это этот, как его? Соцзащита. Как вам конфеты? Как вам конфеты, миссис? Секунду. Нифига! Вот это Hot Wheels, блин. А вам... Смотрите, у нее и у меня есть Miami Blocks. Где они? Во, видишь? Miami Blocks. Да ты задолбался этим Miami Blocks. Ну, смотрите, опять у меня тоже Miami. У всех есть Miami Blocks. Нет, нет. Ну, все. Да. Это было эпично. Лазерка, жених Мариана, к нам идем. Как мне быть? Она сказала забыть. Не забудь, кто мы любим. Обещан другую. Я слышу, как сейчас. Сестра! Сестра! Давай. Да, что я Бруно. Да, кстати, а Катя. Да, кстати, а Катя. Да, кстати, а Катя. Да, кстати, а Катя. Хочу радость, что правду Катя. И забыла твой парень здесь. Будем есть. Будем кушать. 7 минут. Концерт в зале, мы не можем проводить репетицию, так как там идет какое-то собрание непонятной натуры. Да. Юлия Александровна, сходи и посмотри, кто-то поет. О, это танцы. Интересненько. Сколько крутых вещей. Тазик. Здесь даже. Шишка! Ошалеть! Нифига! Это шишня. Шиша. Шишня. Все, я вернулся домой. Сейчас буду вот это все вырезать. Я не знаю, я взял 25 штук. Что из этого получится, не знаю. Буду всем дарить. На дороге прохожим по ходу. Да. Да-да-да-да. Вот такие снежные пейзажи. Айвазовский. Ой, это Айвазовский море писал. Кто у нас картину-то рисовал? Художники. Это... Да, какие-то художники. А мы... Кто мы? Ох, кинцы. В общем, мы с Данилом встретились. Ты так снизу всегда снимаешься, вот так вот. Да блин, я не знаю, у меня как-то уже по привычке так делать. Не так? Ладно.
Я люблю... Чуть представь себя Бузовой. Ну, не сильно, типа, знаешь, так? Я так делаю, потому что я в основном иду между людьми, и там как-то вот так идти, мне немножко... Неудобно, да, пока непривычно? Да. Но пока людей нет, ой, там сзади такое... Можно остановиться. Впереди и сзади бабушки идут, все. Типа, я их не боюсь. Ну, да. Пусть завидуют молча. Мы встретились погулять, но сегодня у нас еще есть рабочий формат. Да, ну, во-первых, всем привет, мы не поздоровались. Ну, это я уже поздоровался. Деревце здесь была моя первая фотография на 11 iPhone. Где-то вот здесь. Вот так стоял я. Ой, ну, конечно, прикольное дерево. Ёлка. Что это? Короче, всем приятного просмотра дня. Ради предыдущей ёлки. Мы зашли в провиант, как всегда, как обычно. Погреться. Покушать. Ой, я что-то... Вот что осталось вот покушать. Ну да, все, что осталось. Ну, похожи, похожи хоть колечки на мой волк. Сейчас, подожди. Шикарно, шикарно. Вот этот. Да. Со смойлом. Такой есть. Крутецкий. Корсеты. Красивые. Сейчас, наверное, уже пойдем выдвигаться. Да. Пойдем в Буровесник. Мы сначала сфоткаемся по пути. Да, там, ну, там надо сфоткаться. Его, вот помните, в прошлом году шарф ее, его синенький. Вот. Фотосессию хочет до него строить небольшую. Как всегда, большая будет. На нас смотрим, вам рассказываем далеко микрофончик. Нас выгнали. Ну, конечно, нет, Данил жался, жарко было. Данилу жарко было. И я спросил у других журналистов, типа, где можно воду взять. Он сказал, вот туда спуститесь вниз, возьмите воду. Мы спустились, взяли воду. Там мы в зеркале решили пофоткаться. И заходит Татьяна Березкина, руководитель вот этого всего. И выгоняет нас, потому что какого фига мы здесь находимся. Да. А теперь мы идем домой. Хотя, ну, короче, как всегда, Татьяна Игоревна, класс. Вообще. Фокус какой-то мне показывает здесь еще. А ну. Это все? Мы с Катринусом встретились. Катринус? Слышь, ты Амогус, нет, ты Амогус. Ну... Матвогус. Ой, да. Так и называешь. Кстати, да, я покушу. Нет, я не пельмени. Я рис. О, это что? Это что? Это что, не наш автобус? Вот дальше наш автобус. О, это что, наш автобус? Вот если бы Матвей шел один быстрее, мы могли бы ехать на двойке с куда-нибудь химиком. С химиком. Ну, мы... Блин, там столько народу, мы вместимся. Это что, повторять стоит история? Я не хочу опять падать на человека. Почему умирать? Кстати, история. Один раз мы с Матвеем ехали после театра, мы ждем маршрутку минут 40. Чтобы Матвей поехал в музыкальную школу. Вот. И маршрутчик едет, туда заходят две девочки, и он такой, все, у нас нет, и поехал. Он просто нас не упустил. Тогда я со злостью ударил по этому, как его, багажнику. Пошел нафиг. Я реально музыкалку дарю, чтобы итогу я пешком пошел. Вместе со мной, я его по коротким путям приводили. Он потом еще всю дорогу шел и говорил, я не хочу идти в музыкалку, все, я опоздал. Дурак. В итоге ему дали партию треугольника. Хоть что-то хорошее. А так едем на репетицию. Да. Едем на репетицию, человек. Трэш.
Кириллович, мы тебе аэрохоккей. Ну. Опа. Ладно. Ну и ладно. Главное, чтобы поиграли. О, Ульян, привет. Блогер. В смысле безработный? Я работаю на трех работах. Я зарабатываю 10 тысяч в месяц. Мяу-мяу-мяу. 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 Я никогда не буду работать, если что, не окунусь в эту пропасть. Буду самым первым на глупость. Я буду завтракать вечно обедом на кроватке в крыше с хлебом. Все спросят, как ты, как настроение? Я отвечу, оно... Так и начинается наш мюзикл. Рисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Тут Немковский. Костюмы. Снимите меня. Нет, сними меня. Ну, сначала меня. И меня. И нас. Подожди. Так, тишина. Сели, пожалуйста, тихонечко. В каждом театре решили поиграть в PlayStation 5. Да. Что-то на современном. Что-то на It Takes душном. Ты знаешь, про что это игра? Там какие-то два человечка бегают. Ну, два человечка, там муж с женой, которые хотят разводиться. И их дочь услышала об этом, и она прочитала книгу, которая называется... «Как вернуть любовь». Локальная. Сарай. На крестик возьми. О, ой, я мужчина. Все, я мужик. А ой, я как Куплинов играем за бабенку. Ну, так и есть. Мы бывшие. О, ёк-макарёк. Вы думаете, что страшно в Ухте? Только вот это. А, внимание, Ухта, группа Гота сбежала с концерта. Говорите, вы говорите, актеров не бывает. Актеров не бывает. Конечно. Надо детей пугать байками, не об байках. А я смысл? Надо пугать детей актерами. Я не хочу пугать людей. На улице ночью будешь нас услышаться и встретишь актеров. Они ухадут, тебе съедят. Не будешь учиться, вот будешь как они. Вот, украдите вот тех мальчиков двоих. Раз, два, бежим. Подошел к совершению мой влог, новый театральный влог, часть 2, назовем его так. Короче, закончился он. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, все, наверное, да.